Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Айнес, и в этом видео мы посмотрим на новоиспеченный китайский танк под названием Т-34-3. Играю я, естественно, на тесте. Здесь все получили его за то, что выполнили боевую задачу просто победить или просто поучаствовать в одном любом бою на любой технике. Довольно тяжелое задание было, да. Мало кто с ним справился, если вы понимаете, о чем я. Ну ладно, не в этом суть. Мы должны посмотреть на этот танчик. Так. О, как 375. Неплохо. Кстати, по снарядам, что у нас? Без голды мы будем 175, прям как першин. С голдой 250. Ну, маловато, конечно. Вон у этого объекта 416, там 300 пробития аж. Так. Чиниться, не чиниться. Интересно посмотреть, пробивается ли башня. Что это было? Так, я зарядил голду. Так, не будем мешать нашему союзнику. Все. Он отхватил. Вот. Офигенный дамаг, народ. А это мелочь. Так. Ну, с точностью, что я могу сказать, оставляет желать лучшего. Но вот дамаг просто потрясающий. Но скорострельность еще вдобавок тоже не айс. Где-то секунд 12, я думаю. Ой, сколько у вас тут. Ну, пострельная на пофиг. Не попал, видите, точность, да, оставляет желать лучшего. Так, все мои уезжают почему-то в страхе. Вроде здесь не опасно. Так, попробуем сейчас забрать того. Сейчас это, ну и быстро. Вот, а попал и не пробили голдой башню. Но это уже неплохо. Только неизвестно еще, кто стрелял. Скорее всего, С3. Ай-яй-яй, зря. Ладно, стреляй на пофиг. Не, пробиваю кого-то. Так, это уже немножко опасно. Вообще исчезну из-за света. И обойдем. Хотя, они отвлеклись. О боже, вы это видели, куда я попал? Да. Попались мне попасть в лючок. Попробуем в НЛД попасть. Попали в гусениц. Но это уже мой косяк. Да, я походу в гусеницу целился, в гусеницу и попал. Да, перезарядка. Не айс. Но дамаг тащит. Так, давайте еще раз в НЛД попробуем. Да, 404. Просто потрясающе. Ну, что я могу сказать. Как прем, танк получше першинга будет, да. Башня держит удары. Как-то у меня сзади дырка от снаряда. Так, сейчас поможем тут с... С кем поможем? У нас здесь друг, ствол не пускается. Как так? Народ, у меня и орудие не пускается. Какие-то небольшие лаги, конечно, на серваке. Так, надо быть аккуратнее. Он из три нас не видит. Нет, кажется, заметил, а нет. Сейчас мы его... пробнем хлопнуть. Так, есть вперед. Или я сам. А нет, едет. Ну давай приедь. Хотя вот так думаю, пробью, да? Да. Отлично. Так, мы должны победить. Где-то там еще один танк. Тоже на один выстрел.
Ай, забрали я к пантеру. Печально. И вот он. Вот он. Надо не облажаться. Надо ему в НЛД попасть. Отлично. Так, остался 112. Сколько у него ХП? Без модов. Ага. Сейчас обойдем. Ай, забрал. Ну что ж такое? Так, он едет сюда. Заранее сведемся. Надеюсь, он не ожидает. Хотя, кого я обманываю? Вот. Не дурак. Облажался, но я не буду вылазить. Хотя, ладно. Я его дамагом просто забью, я думаю. Облажался. Пробил. Надеюсь, я выживу. Выстрел его. Пожалуйста, не убей меня. Я должен выжить. Все. Почему я не еду? Ах, все, блин, он меня зажал. Я облажался. Нет. Не целься мне туда, в лючки. Я победил. Да, детка. Фух, это было что-то с чем-то. Так, что у нас по результатам? Мы в минус. Ну да, я стрелял в голдой. Неудивительно. Так. 1100 опыта. И выполнил всякие задачи. Смотрите, короче, 62 тысячи. Это, думаю, был... Обычно будет для этого СТ. Неплохо. Неплохо для премиум техники 8 уровня. Обязательно куплю вместо першинга. Першинг. Все. Прощай. Ну что, надеюсь, вам понравилось видео и понравился танк. Мне лично он очень понравился. Сыграл я на нем 2 или 3 боя, не помню. И... Подписываемся, ставим лайки, комментируем, критикуем, все поймем. И всем хорошего настроения, пока-пока.